Привет всем, сегодня пятница. Пятница, пятница, пятница. Смотрите, какая красота у меня. Одел такую. Ну, я уже давно одеваю такую вот красивую штучку. Мне там, знаете, о чем хотел поговорить. Бывает так, вот, например, вот ты любишь вещи, да, носить, хорошие вещи. То есть вот просто вещи. Например, тебе понравилась вещь, ты носишь. Из тебя уже, знаешь, ты не... То есть, говорят, когда же ты поменяешь, извини меня, ты в одном и том же ходишь. Ты говоришь, ну я люблю эту вещь, я очень люблю такую вещь, очень люблю. Бывало у вас так, да, девочки-мальчики? Вот, у меня, блин, как полюбил вещь, так и ношу, и ношу, и ношу. Понимаете, какая тоже, например, да, там, одеколон там какой-нибудь, да, либо женщина там любит еще что-нибудь, или мужчина там любит одеколон хороший, красивый, женщина тоже помаду красивую любит, вот. И отвыкнуть они не могут. Если человек еще хочет, если привык к прическе хорошей, красивой такой, он и стрижется вот так вот, девочки-мальчики. Красиво, прекрасно и хорошо. Да, девочки-мальчики? Вот. О чем я речь говорю, девочки-мальчики? Вот так вот. Ну. Вот понравилось мне подстричься. Я вот такую вот хочу. Да, я буду так подстригаться. Всегда-всегда. Ну как это, красавчик Иваныч. Да, девочки-мальчики, короче, вот так вот. А на улице у нас вот такая погода прекрасная. Прекрасная погода. Солнышко, облачка. Ой, девочки-мальчики, очень хорошо. Кстати, ребята, я приготовил еще сегодня вот такой вот пирог. Вот такой пирог. Хотел пиццу приготовить, но... Что хочу сказать. Приготовил просто пирог вот такой вот, яблочный. Короче... Хороший такой, мягенький. Яблочки такие. Ну, яблоки свои, кстати. Вот так вот. Кстати, ребята, хурма растет. Вот она растет, хурма. Очень хорошая такая вот. В феврале ее садил. Она все растет. Ну, еще урожая не дает, да. Ой, короче, вот так вот, девочки-мальчики. Было солнце сегодня. Люди ходят, короче говоря, вот как-то так. Короче, вот так.